Всем привет, друзья мои, рад вас всех приветствовать на своем канале. Приятного аппетита, если кто-то кушает и смотрит это видео. Ну что, поехали. Очередная распаковка. В этот раз у нас магазин Ben Good постарался. Там заказывал я часы Xiaomi, что-то там Verge Lite, как-то так вот они называются. Сейчас поглядим, что по итогу приехало. Так. Достаточно быстро все это дело прилетело ко мне. Меньше, наверное, ну где-то недели две. Вот. Платила я за них порядка 80 баксов. Даже, наверное, чуть поболя. 85. Ссылку, естественно, оставлю в описании на продавца. Да и сейчас там, по-моему, идут скидки на Ben Good. И частенько я в своей группе ВКонтакте публикую коды для того, чтобы занизить ценник на товар с помощью вот этих вот кодов. Можно, в принципе, взять их, по-моему, сейчас за 85 баксов. Ну, из хорошего, что здесь у нас AMOLED. То есть экран у нас AMOLED, а это, я вам скажу, как владелец, это у нас Honor Band 4. Просто отлично отрабатывает при любой погоде. То есть и ночью это все прекрасно видно, и днем, даже на минимальных запасах яркости, все отлично читабельно на экране. То есть вот это большой плюс AMOLED. Ну, GPS GLONASS, датчик сердцебиения. Это, ну, для бегунов, не знаю, это я, как говорится, только утром, что на работу хожу, бегать не бегаю. Так, ну, уведомление и написано «Долгая жизнь батареи». Ну, давайте распаковывать. Это лайт-версия без NFC. По-моему, вот этим только они отличаются. Ну, по своей сути, NFC нормального рабочего в России в часах из Китая не будет по причине того, что они работают с Alipay, а Alipay у нас пока не работает. Вроде как заявлен, но не работает. Блин, ну... Да что ж такое, доставайтесь. Так, что у нас тут? Сами часы. Ремешок силиконовый. Часы пластиковые, 100%. Я вот сейчас уже вижу это все. Часы пластиковые. Да. Все полностью корпус пластиковый. Сзади у нас датчик сердцебиения. Здесь видно, что пятка под зарядное устройство. На четырех контактах. Да, вот само зарядное устройство. Тут вот это дело таким вот образом сюда вставляется, и все это дело заряжается у нас. Так, ставить вставил, теперь бы вытащить. О, говорил отец пятерых детей. Так, ну ладно, шутки шуточками. Так, это что у нас? Инструкция по эксплуатации. Тут 150 миллионов языков. О, и заодно и наш родненький русский. Вот, слышите? Опять моя собачака достаточно радостно лает. Ну, понимает, что хозяин, в принципе, хотел все часы, он их купил. Так, из характеристик, что интересного. 390 мАч. Bluetooth 5.0, IP68, совместимость Android 4.4, iOS 9.0 и более новой версии. Никаких подделок с Ben Good я еще не получал, но я надеюсь и не получу никогда. Так, ну что, хватит, читанина штука интересная, но есть у нас и поинтереснее вещицы. Часы, ну, дисплей круглый, 100%. То есть, до этого у меня были, что там, Yumi DJ U-Watch. Вот они были круглые, а дисплей в них был вписан квадратный. Так, Play Market ищем Mi Fit. Интересно. Mi... Хороший телефон и тач качественный. Так, Mi Fit. Устанавливаем его.
Так, а что у нас тут? Ничего. А, вот. Amazon Fit. Достаточно такой приятный вибромоторчик. Так. Скачиваем. Да, скачиваем. Экран такой прям сочный, насыщенный. Итак, скачался, установился MiFit, и необходимо войти, используя, ну не знаю, давайте мы, вот Mi аккаунт. Сейчас введем пароль и продолжим дальше. Итак, после того, как мы зашли в MiFit под аккаунтом Xiaomi, там Google, что у вас есть, мы нажимаем вот на это, выбираем часы. Ну, в нашем случае часы, и вот они у нас Light. И включаем Bluetooth. Без него как бы, ну, не очень не будет сопрягаться. Так, смотрим. Что у нас? Вот. Accept. Ну, вроде подключение прошло достаточно успешно. Устройство подключено. Так. Что-то он там... Восстановление настроек. Это, видимо, с Mi Band со второго обновления встроенного ПО. Ну что ж, видите, вот апдейтинг. Ну что, пускай обновляет. И продолжим. A few moments later. Спустя, наверное, минут 15 времени... Телефон наконец обновил прошивку у часов. Скорее всего, добавил туда поддержку языка, который по умолчанию стоит в телефоне. Это у нас русский. Ну, вот сейчас посмотрим, что там у нас. Сейчас везде разрешение даем. И посмотрим. Пока непонятно, что происходит. О, синхронизация. Секунду. Еще что-то он устанавливает. Ага, еще какие-то библиотеки. Ну что, пусть устанавливает. А мы опять прервемся. Спустя еще 5 минут заканчивается загрузка очередных библиотек в часы. Поглядим. Вот. Updated successfully. И, о май гад, вот они. Вот они, часики. Ну, такой интерфейс. Пока я не... Ё-моё, еще какое-то обновление. А GPS? Это, видимо, он цепляется к спутникам и местоположение задает. Ну, здесь что-то все быстрее гораздо. Здесь у нас все стандартно для любого MiFit'а. Будь то это MiFit в связке с Mi Band третьим, со вторым, все это у нас одинаково. Не знаю, тут прям вот таких мега отличий. Кто до этого пользовался MiFit в связке с одним из фитнес-браслетов, мега популярный, к слову сказать, от Xiaomi, ну тут все прекрасно тут понимает, что где. Только единственное, в часах настройка тем. Но я думаю, в Mi Band 4 такая же штука есть. То есть Face Watch можно закачать. И вот. Давайте посмотрим, что здесь. А, онлайн циферблаты. Скачивай, как говорится, и пользуйся. Вот. Это то, что можно скачать. Ну что, прикольно. Давайте какие-нибудь вот эти вот скачаем. Сейчас посмотрим. Ну что, закидываем и... Жмем пока на паузу. Итак, вроде как все загрузилось. И теперь у нас вот такой вот watch face. Ну, не самый лучший, скажу вам откровенно. Из того, что можно было увидеть. Но я думаю, это и не самое интересное, что здесь. Уведомления у нас, как обычно, выбираете, пожалуйста. Даете доступ, разрешение. Даете самому MiFit'у на того, чтобы он вас уведомлял. Обнаружение. Так, информация о расположении. Вот, левое запястье. Ночью, смотрите, можно
не весь день, а запланировано. Что у нас такое? Поднимите запястье. То есть это у нас запланировано. Начало у нас будет в 7 утра. 7 утра. Ну, даже давайте в 6 будет. И окончание у нас будет часиков в 12. Вот, в этот момент вот так делаете, и, соответственно, у вас часы загораются, дабы ночью в порожняк они не работали. Так, мелодия по умолчанию. А что у нас такое? Что это за мелодия, непонятно. Но я не знаю. Запуск в фоновом режиме. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, тут тоже надо читать. Короче, дать надо полностью права приложения, чтобы она и в фоне запускалась. Настройки погоды. Так как мы разрешили пользовать у нас геолокацию, то у меня вот выставилось автоматически Староскол Белгород. Так, ограничение подключений, наличие обновлений. Короче говоря, вот такая штука по Mifit. Так, что у нас по самому Mi Verge, Amazing Fit Verge? Здесь у нас что такое? Здесь у нас... А, это автояркость здесь. Здесь есть встроенный датчик. Ну что, прикольно. Так, а как у нас назад возвращаться? Ага, это вообще... Что-то, фонарик. А, елки-палки, что, светить можно. Ну, подсветка-то, я скажу, такая. Прям пригождается. Прям мега. Так, здесь у нас показывается... Также и день недели, ну вот Friday на английском языке. И процент заряда аккумулятора, 61%. Так, Music. Давайте Settings нажмем, может быть тут будет Watch Face. Верните мне назад, как было. Ага, тут у нас закачанный. Ну вот так хочу я. Вот, скрин, это я не знаю, систем. Угу. А, сколько ему зажженным быть, экрану? Ну, тут написано вот 8 секунд. Ну, пусть будет 8 секунд. Так. Таймер. Ну, видите, русского языка здесь, как вы понимаете, нет нифига. Погода. Ну, вот. Он даже показывает ветер. NE это у нас Northeast, это северо-западный или северо-восточный. Северо-западный, по-моему. Короче, вот Northeast, истинные пираты есть. Ну, не те, которые качают там с торрентов, а любители. Так, Activities, Workout, это у нас Walking. О, ходьба на велосипеде. Это, видимо, на дорожке. Это у нас на тренажере велосипед. Хрен его знает. Короче, даже подъем штанги есть. Не знаю, зачем это нужно. Так, статус. Чё статус? А, 0 шагов. Ну и правильно, нехрен надо. Сиди. Как говорится, пей, кури, жигули. Так, ну, мьюзик это у нас, наверное... Да-да-да, это возможность управлять... плеером. Это здесь у нас будет показываться все наши уведомления, которые пришли на часы. Это будильник в 5 утра. Охереть вообще, зачем мне это надо? В 8 утра. Короче говоря, это будильники, которые у нас в Mifit настроены. Можно их здесь включать, выключать. Ну, в принципе, вот и все, что можно. О, enable. Я не знаю, что такое DND. Боюсь нажимать даже. Ну, давайте enable. Что enable? Вообще, что это такое? Короче, надо переводить. Непонятно. Так, ага. Надо disable. Вот так. Ага, выключать типа. Это для экономии батареи. Вот такая функция есть. Ну, короче, вот такой вот первый взгляд на эти часики. Погляжу, посмотрю. Я думаю, обзора я под ним делать не буду.
А вот небольшой отзыв в ВК у себя в группе я, естественно, оставлю. То есть посмотрим, сколько они продерживаются на зарядке и прочее, Удобно, ли их носить, что у нас там с оповещениями. В общем, все это будет в моей группе ВК. Ну, а с вами я сейчас буду прощаться. Пока-пока. До следующих встреч.